Где-то там, недалеко от России, в Европе, есть прекрасный уголок. Страна с богатой историей, великолепным климатом, радушными людьми. Болгария – небольшая страна, которая ежегодно радушно принимает на отдых тысячи наших соотечественников. Многие из них остаются очарованы ею навсегда. Что же привлекает русских дальневосточников в этой стране? И как живут наши земляки в Болгарии? Спросим их самих. Сейчас мы находимся в селе Равда, которое находится в 30 километрах от города Бургас. Сегодня у нас будет возможность поговорить с нашими соотечественниками, кто переехал и живет в Болгарии. Возможность побывать в гостях у супругов-пенсионеров из Хабаровска. Пройдемте, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите, заходите, пожалуйста, заходите, пожалуйста. Как говорят по-болгарски, заповядайте. Спасибо. Владимир Тихонович, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о Болгарии. С большим удовольствием. В Болгарию первый раз в 2010 году мы по туристическим путевкам приехали отдыхать и получили большое удовольствие. Тем более, что у меня большие проблемы с сердцем, три стенда, а вот климат болгарский, это чистый воздух, море, положительно повлияли на мое здоровье. Отдыхать в Болгарии просто и комфортно. Болгары к нам относятся дружелюбно, многие говорят по-русски, и слов болгарских и русских тоже много. Так что здесь жить в этом отношении очень легко и свободно. А песчаные пляжи, на которых купаются, это купаться на них одно удовольствие. Особенно дети, которые и в море здесь же, и песочком ковыряются, ну просто... Они получают огромное удовольствие от этого купания. Русских в Болгарии живут. Не живут, а приезжают отдыхать очень много. Многие из них покупают квартиры. И в этих квартирах летом приезжают отдыхать. Семьями на все лето, кто на месяц. Квартиры здесь недорогие. Даже многие... Русские пенсионеры здесь живут постоянно. Ну а дешевые овощи и фрукты, чистое море, чистый воздух, море, песчаные пляжи, ну и дружелюбное отношение болгар, все это создает привлекательность отдыха и жизни в Болгарии. Ну а мы, пенсионеры, имеем одно из условий, то, что мы
приезжаем сюда. Это президентская программа, по которым билеты дешевые с Дальнего Востока до Москвы. Приезжайте в Болгарию отдыхать, вы не пожалеете.